храм. Людей много сегодня. Вот это храм. Продолжение улицы Гоголя. Давай еще немножко пройдем, заснимем. Там вот подстанция. А дальше там раньше были сады обхозовские. Сейчас не знаю, что там. Сейчас я не знаю даже, что там. Что-то красный свет долго горит. Все, мой зеленый, идем на зеленый. Идем пока на зеленый. Ни налево, ни направо. А куда мы идем? Вам интересно? Это большой-большой секрет. Куда мы идем? Это большой секрет. Никому не скажем. Утро прошло, поэтому кто ходит утром по гостям, тот поступает мудро. А кто идет к обеду, тот еще мудрее. Вот так. Идем в гости. Знаю, кому только зайти. Вариантов много. В том-то дело, я хороший гость. Я ж не пью, поэтому мне только чай наливают. Люблю чай хороший, цейлонский. Можно индийский тоже хороший. Как раньше был в советское время, из-под прилавка продавали у нас там боку. Ой, сейчас дойдем. До куда вон дойдем? Да хватит, наверное.